15 октября. Память мученицы Александры Булгаковой, мирянки. Александра Иоакимовна Булгакова родилась в 1886 году в деревне Кабловатка Тамбовской губернии в крестьянской семье. Она была очень религиозна, часто ездила по святым местам. 3 года прожила в монастыре. Александра не желала иметь ничего общего с властью безбожников, поэтому в 1938 году отказалась принимать участие в выборах. Когда к ней домой пришла целая делегация избирательного участка, Александра категорически отказалась идти голосовать, сказав: «Я не с вами, я с Богом, я против вас. И голосовать я не пойду, потому что там все люди чужие». Через некоторое время она была арестована. Давать показания, несмотря на сильное давление следователя, Александра отказалась. Мученица Александра Булгакова скончалась от голода 15 октября 1938 года в больнице Таганской тюрьмы и была погребена в безвестной могиле.